Всем привет! Как измерить человеческую мораль? Кажется, это просто невозможно. Но специалисты Массачусетского технологического института представили свой проект, в котором человек должен принять решение за беспилотный автомобиль. Кого убить, а кого спасти в критической ситуации? Как думаете, смогли бы вы пожертвовать собой ради другого? Как вы поступите в стрессовой ситуации? Этот тест раскроет вашу сущность, покажет, кто вы есть на самом деле и способны ли вы убить человека при определенных обстоятельствах. Итак, поехали! Правило. Вам нужно будет выбрать одну из картинок, которая демонстрирует ужасную ситуацию на дороге, когда тормоза вышли из строя и без жертв никак не обойтись. Всего за 10 секунд вы должны принять решение за беспилотный автомобиль и постараться выбрать наименьшее из двух зол. Записывайте свой вариант ответа, чтобы узнать свой результат в конце этого видео. А. Беспилотный автомобиль едет прямо, сбивая двух женщин-спортсменок, двух мужчин-спортсменов и одну обычную женщину на пешеходном переходе. Б. Автомобиль поворачивает и врезается в бетонное препятствие. В этом случае погибнут все, кто в машине. Три женщины, одна из которых толстая, и два мужчины, один из которых толстяк. Время пошло. В обоих случаях погибнет пятеро человек. Но чья жизнь для вас ценнее, толстяка или спортсмена? Учтите, что пешеходы не нарушают правила дорожного движения. А. Автомобиль едет прямо и врезается в бетонную опору, и погибают все в машине. Двое мужчин, одна беременная, двое докторов мужчина и женщина. Б. Машина поворачивает и сбивает насмерть всех на пешеходном переходе. Одного мужчину, двух преступников и двух бездомных. Итак, что вы выберете? Сделать выбор между беременной и двумя преступниками не так-то и сложно. Но вот дальше вопросы будут гораздо труднее. А. Машина с неисправными тормозами едет прямо, сбивая при этом двух врачей – мужчину и женщину. Одного спортсмена, одного толстяка и одну беременную. Б. Самоуправляемая машина поворачивает и врезается в бетонную опору. Погибают 5 пассажиров. Но это 2 кота и 3 собаки. Какой вариант вы выберете? Многим даже сам вопрос покажется странным. Но в жизни случается так, что люди спасают животных, рискуя собственной жизнью. Но в данном случае погибнет 5 ни в чем не повинных людей. А. Автомобиль едет прямо, сбивая при этом собаку и ребенка в коляске. Б. Машина сворачивает и сбивает 5 кошек. Будете ли вы считать количество жертв, или же важнее все-таки, кого именно собьет машина? А. Машина продолжает ехать прямо и погибает 5 детей в коляске. Машина поворачивает и сбивает 5 детей в коляске. Вы спросите, в чем разница? Дело в том, что одни люди предпочитают бездействовать, другие же наоборот, в любой ситуации пытаются сделать хоть что-то. К какому типу людей относитесь вы? Результаты. А теперь давайте почитаем баллы. За каждый выбранный вариант «Б» в первых 4 ситуациях вы получаете по 10 баллов. Если вы набрали 40 баллов, то с уверенностью можно сказать, что вы очень высокоморальная личность. Те, кто проходит этот тест, чаще всего ассоциируют себя с пассажирами машины, поэтому выбирают варианты, где погибают пешеходы. Но люди с высокими моральными принципами учитывают многие факторы и выбирают те варианты, которые считают наименьшим злом.
Человеческая мораль заставляет нас чаще делать выбор в пользу беременных, детей, законопослушных граждан и тех, кто ведет здоровый образ жизни. Человеческая жизнь для большинства гораздо ценнее жизни животного. Но что насчет пятого вопроса? Если вы выбрали вариант А, это говорит о вашей пассивности. В критических ситуациях вы боитесь взять на себя ответственность. Люди с ярко выраженными лидерскими качествами выбирают вариант Б. В этом видео мы представили только 5 вопросов, но на самом деле машина морали предлагает гораздо больше различных сценариев, при которых вам необходимо сделать выбор. Если вы хотите получить более развернутый ответ, то перейдите по ссылке под видео и пройдите полное тестирование. Ставьте лайк под этим видео, если довольны результатом теста, и напишите в комментариях, сколько баллов удалось набрать. Пока!